В Московской области выбрали нового председателя Совета ветеранов. С перевесом в 28 голосов им стал председатель районного Совета ветеранов, заместитель начальника управления внутренней политики администрации Ленинского района Виктор Пикуль. Ведь всем известно, что имя Виктор в переводе с латинского означает «победитель». О новой должности и планах работы самой многочисленной общественной организации Подмосковья Виктор Петрович рассказал нашей съемочной группе. Виктор Петрович Пикуль более 10 лет руководит Ленинской ветеранской общественной организацией. За это время Советом ветеранов многое сделано. Организация – лидер среди ветеранских сообществ Подмосковья. И все это, как считает Пикуль, результат работы единой команды и тесного взаимодействия с органами власти. Поэтому мы вот этот принцип будем дальше продолжать. И символично, что на этом пленуме областном с нами были тоже все органы власти, и губернатор, и члены правительства, и так далее. Значит, мы единая команда. На пленуме Совета ветеранов Подмосковья именно кандидатура Пикуля, председателя Ленинской организации, после дебатов стала победителем. Это вдвойне приятно. Конечно, и заслуженной победы, потому что Виктор Петрович, он выстраивает свою работу, и приоритетом его работы являются ветераны. То есть люди. Это самое важное, для чего и создано, собственно говоря, ветеранские движения. Лучшие традиции, заложенные ветеранским движением в Ленинском районе, Виктор Петрович планирует развивать и в работе областного совета ветеранов. Мы будем добиваться изменений, внесения новых законодательных актов, выходить с инициативами в законодательные органы, структуры, региональные, федеральные. И еще одним очень важным направлением деятельности ветеранских организаций председатель считает патриотическое воспитание не только молодежи, а всех категорий граждан. У нас есть великая история нашей великой страны, Великой Руси, нашего Подмосковья замечательного. У нас есть даты, события, есть вехи определенные. Хочется пожелать Ленинской районной ветеранской организации не сдавать позиций, а Виктору Петровичу новых побед. Мы хотели бы пожелать Виктору Петровичу, чтобы он продолжил ту работу, которую он продолжал в нашей районной организации. При его участии, его трудах мы добились больших успехов, и нас знают о нашей организации во всей Московской области. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.